Уборочная компания в Вологодской области в самом разгаре. Солнце, хорошая погода и хороший урожай. На сегодняшний день зерновых собрано у нас уже 27% от плана. Заготовка кормов 75% от плана. Все идет в графике. Наши селяне работают 24/7, круглые сутки, без выходных, без отпусков, потому что, как говорят у нас на русском севере, день, солнечный день, во время уборочной кампании год кормит. Мы в этом году выделили меры государственной поддержки беспрецедентные, 3 миллиарда 740 миллионов рублей, такого не было никогда, это исторический максимум. На эти средства были закуплены новые современные уборочные комбайны, техника, комбикормовые заводы, идет модернизация молочных ферм, закупка нового оборудования, закупаются уже минеральные удобрения. Я с гордостью хочу сказать, что благодаря профессиональной работе наших селян будет полностью обеспечена продовольственная безопасность. Мы полностью обеспечим себя кормами, зерновыми культурами. И наше молочное животноводство, оно будет показывать результаты по заготовке молока очень высокого качества.